Итак, друзья, всем привет! Вы на канале Латуха Показывает. Хочу сейчас показать еще одну интересную безделушку. На этот раз с функциями, скажем так, игрушки-рукозанималки. Если кому будет интересно, опять же напомню, ссылка на товар будет всегда под видео. Тут у нас вроде больше ничего. Вот в этом хитром конвертике находится вещичка, которая будет, надеюсь, занимать руки получше всяких спиннеров, которые сейчас везде рекламируются, стали типа популярны, хотя на самом деле, по-моему, не знаю, зачем нужна вещь. Но здесь, походу, блин, упаковано колоссально. О! Вот такая вот штучка. Уже по дороге что-то цепануло. Или откололо, или цепануло, не знаю. Вот кусочек. Да, походу. Вот. Отколот кусок. Ай, придется продавцу поругаться. Самое главное, почта ни при чем. Запаковано это было хорошо. Ну ладно, если вдуматься, в то же время ценник копеечный. И главное, вот. Вот такая вот головоломка безделушка. Развлекушка. Смысла большего я не вижу. Ну, поразвлекаться можно. Эй, куда уехала? Ну, короче, я не знаю, что можно с ними делать. Штука на ощупь прикольная, глазами интересная, смысла, ну, так же, как и спиннеры, думаю, не имеет. Ладно. Вот такая вот фиговина, стоимостью, по-моему, 3 с чем-то доллара. В наших магазинах по рекламке почему-то стоит больше. Вот, если кому надо, на Али само собой продается. Как говорится, если купить их много, можно сделать браслет. Ладно, всем пока. Это была такая вот рекламная акция некой безделушки с Али. Всем пока, удачи, до связи.